преддверии летнего сезона приятно помечтать об отдыхе и путешествиях. В прошлом году карантин внес свои коррективы, и многие остались дома. Со снятием ограничений у россиян появилась возможность выбрать, как и где отдохнуть. И мы решили узнать у саровчан, какие у них планы на это лето. Буду учить программирование. Все лето буду сидеть дома. Ну и чем-нибудь интересным заниматься. Так как я сейчас перехожу в 11 класс, я хочу, во-первых, отдохнуть, подготовиться к экзаменам, начать подготовку и, наверное, поездить по стране, покататься по разным городам. Отпуск с женой у нас не совпадает, так что мы осенью, скорее всего, в Калининград полетим или куда-нибудь, может быть, в Питер навестим. Ну, а так в Сарове. Ловить всяческих вредителей, собирать ягоды, фрукты, варить варенье и гулять. Гулять буду, в парк буду ходить, ездить на протяжку, ну и на дачу, естественно. Я пенсионер, во-первых. Во-вторых, у меня 3 внучки, младший 5 месяцев. Так что вот это мой лучший отдых. С детьми прогулки в лес, на речку. То есть отдыхаем так, в своих местах. Экскурсии, на катере покататься, рыбку половить. Ну и так, покупаться, покушать. Придется сидеть на огороде, на своих. Турция закрыта до конца. Я не знаю, Болгария откроет там или другие направления. Ну, особенно у кого 65+, навряд ли куда-нибудь поедем. На свои огороды. Будем собирать огурчики, помидорчики и солить будем на зиму. У пенсионеров какие могут быть планы? Нет, я могла бы поехать, конечно, в Москву к детям. Но побаиваюсь ситуации. Так, огорода нет. Вот гуляю, красую, где красивые скверы сижу. Гулять в городе будем обязательно. Ходить, дышать свежим воздухом. А так, в целом, каких-то особенных планов нету. Буду бегать, буду работать, буду отдыхать. Я поступать в магистратуру буду. Защищать диплом, потом поступать в магистратуру, лето закончится. Все. Сорняки дергать, цветы сажать. Все. Больше, а чем еще на даче заниматься? Только этим же. Чтобы приятно было посмотреть. Разве поехать, ешь куда-нибудь опасно ехать? Ничего не знаю. Да. Может быть, где-нибудь здесь, поблизости. Далеко ехать боюсь. Как показал опрос, большинство саровчан проведут это лето на даче. Кто-то будет отдыхать на работе. С вами была рубрика «Хочу сказать».